Всем доброе утро, ребят. Ну что, мы начнем сегодня обзорчик сразу же с английского сервера, потому что здесь сегодня реально есть охрененная халява для бездонатов, тех, кто купят самоцветы, ну и для донатов. У нас повторно ввели билдпак, конечно, он херовый по сравнению там с Тайванем, с немкой, но все равно тоже, в принципе, есть хорошие плюхи, которые можно получить. Три попытки. То есть отсюда можно достать любые там кристаллы, которые вам нужны для прокачки, эссенции и прочее. В принципе, за минималку. Также скины. Он вроде такой же, как и прошлый. Если я не ошибаюсь. Но все равно он здесь уже повторно введен. Также вот такой вот есть здесь скины, но самое основное ценное для меня. Ну, видите, здесь всего лишь три попытки сделали. Гады, всего лишь три, ну ничего не сделаешь. Три попытки по три этих, по три итема. Но хоть так, оно есть повторно, это радует. Но это не основное. У нас сегодня, наконец-то, ребят, обновился на английском сервере. О, ничего себе, нифига себе. Обновился пират. И пират обалденный. Сейчас я секунду чекну, что тут у нас. Ну, тут Махатма. Чем пират обалденный? Делаем фри. Вроде снаружи такое же, один в один. Но у вас есть возможность, тех, кто не получил когда-то на халяву, когда раздавали Анубиса и Стрелка, получить этих героев. Это реально очень круто. То, что есть возможность получить этих двух героев. Один для подземок, второй для PvP локаций. В принципе, тоже неплохо. Сейчас посмотрим, как они падают. Два. Может, они нифига не падают. Три. Вот, четыре. Вуаля, стрелок, пожалуйста, ребят. Ну, 6 тысяч там самоцветов, 5-6 тысяч самоцветов ради стрелка, я думаю, каждый захочет потратить. И было бы неплохо, если бы такое было на всех серваках, но пока с такими тестами героев именно здесь меняется чаще всего. На немке Роза Огник на халяву. Ну вот, пожалуйста, стрелок реально на халяву получил, плюс получил дофига плюх. А многие напишут, вот, это ж надо самоцветы. Ну, блин, ради таких героев, я думаю, что можно потратить там 1015-10, если ты знаешь 100%, что тебе нужен этот герой. Сейчас попробуем еще Анубиса словить, если у тебя его нет. Потому что Анубис — это тема. Вот, пожалуйста, вуаля, Анубис тоже на халяву. Ну, не на халяву, но халява — это относительно то, что мы не донатим. Я не знаю, сколько мы там самоцветов потратили. Ну, пусть даже 10 тысяч, 15 тысяч. Ну, вы получили гарантированно двух героев, которые вам потом помогут. Видите, с пирата даже камешки всыпят. Я их не могу забрать, у меня места не хватает. Пусть валяются там. В общем, вот так вот реально здесь однозначно это плюс. Хоть какое-то движение есть. Так, окей, поехали на русский сервер. Глянем, что там на русском сервере. Плюс вы там еще расходников дофигища получаете. То есть, в принципе, очень даже ничего. Так, сарделька у меня на сарделе склад, как обычно. Забит непонятно чем. Себя заставить каждый раз забирать. Так, воскресный приз на английском тоже, кстати, он есть, но там Мари 30 осколков, такой себе. Ящик славы 200к, благословление, сущность мастера, в принципе, тоже неплохо. Первый сундук замка, сундук замка, мешок с эмблемой Prime 20 штук, банка с самоцветами 6500 вам вернут. Сундук левица, помощь борца, чарка, сундук на Хэллоуин 10 штук,
мешок с эмблемой Prime, 5 камень судьбы, кристалл крокодильщика, эмблема рвения, десятка. Ну, в принципе, неплохо, как бонусный за большой пак. Так, цветущий разбей. Подарки тут, сокровищница, временные. Настолка. Настолка еще сегодня продолжается, ничего себе. Поехали, что-то попробуем вытащить отсюда. Кристаллик один получили. Там ребята спрашивали, пропадают или нет. Сколько я помню, они вроде пропадают, пазлы. От акции до акции. Так, скин. 10 сумок. Я возьму сумки. Скин мы и так, по-моему, фармили. Так, ежедневный вход. Поехали посмотрим, что там есть. За четвертый день препарат роста. Ну, такое себе. Так, парящий остров. Понятно. Рынок у нас, по-моему, не менялся. Набор. Накопления никакого нет. Вообще ничего не поменяли. Ну, в общем, вечером все как вчера было в видосе. Не пропустите свой шанс. Я постараюсь сегодня до вечера это сделать. Поэтому у вас там есть еще пару часов. Такс. Окей, с этим разобрались, поехали дальше. Поехали глянем Тайвань. Может, там что-то тоже новое добавили. Ну, реально радует то, что на английском сервере поменялось. И есть возможность у бездонов хотя бы собрать недостающих героев, которых уже, к сожалению, день замка владельца не дают. Просто так. Так, Тайвань, что у нас скажет? Здесь получше плюхи. Так, это надо забрать. Дарить на халяву. Тут Мэри еще продают. Вот такое себе все. Печальненько. Ничего такого сверхъестественного. Здесь что-то у нас поменялось. Кристалка. Кристалка такая же. Сейчас пирата чекнем. Вот тут видите, тут героя мне, тут пират вообще давно уже менялся. Тут здесь классный остров. Все, что хочешь, есть. Забили полностью. Бум, сразу медуза. Видите, как она просилась у нас в алтарь. Поехали на нимку. Так, немка, магазин скидок, тот же, который был 26 минут, и поменяются здесь акции все. Дуэлянтик плюс один, тоже неплохо. Я позабираю плюхи. Хоть какие-то плюшки надо позабирать. Я пробежимся, глянем, что тут у нас. Шоп-ходер, базар. Это мерч, это этот, форум. Все, обожания уже нет. Мы не успели вчера, к сожалению, собрать. Но зато есть вот здесь. Вот такая вот акция с Некросом. Мы будем пробовать собирать его здесь и там. Посмотрим, сколько у нас уйдет на это времени. Это, по сути, у нас такой второй день начала сбора. Один осколок всего дали, но тоже неплохо. Плюс 3 осколка там, 2 осколка там, 5 осколков. Осколков 10-15 в неделю можно собирать. Если, конечно, будет очень часто именно такой. Потому что тут 3, по-моему, если я не ошибаюсь, фонтана разных. Они все в разное время включаются. Ну, то есть, тоже чередуется постепенно. Там будем получать по несколько осколков. Добивать. Ну вот вчера такие вот плюхи мы получили.
Реально, немецкий сервер один из таких самых веселых и топовых для бездоната на сегодня. По поводу акций, по поводу всего. Такс. Немочка, в общем, решает, ребят. В общем, вот так вот на Айсе, там ничего сегодня такого интересного нового нет. Акции, в принципе, такие же, как и на русском. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.